каждому желаю, чтобы он нашел свое место под солнцем. Реализовался как творческий человек, как личность. Вот это и есть лучший день. Это счастливый день. Не важно, какая погода за окном. Очень люблю Славянский базар, отношение людей здесь какое-то по-настоящему, по-доброму, теплое. Не наигранное, не сделанное специально. Поэтому я здесь. Из-за тебя, понятно, не слезы для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу я под солнцем для тебя. Очень давно, когда только начинал свой творческий путь, я очень хотел этой славы. Не понимаю, зачем она. 20 лет я ходил, смотрел на все эти светящиеся клубы, то они тогда только зарождались. Я думал, когда же я спою здесь? Будет когда-нибудь такое, когда я был никому не нужен? Там, там, где тебя нет, там, там, летом идет снег, там, крылья нельзя раскрыть, там, хочется долго быть, там. Быть проектом, наверное, интересно, быть личностью сложно, не всегда это возможно даже. Поэтому слава, скорее всего, больше испытаний, чем награда. Наверное, так отвечу. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Я ухожу из твоей жизни. Ну вот и все, я ухожу из твоей жизни. Но эта песня жила. Очень много семей, где это происходит. Я не писал ее специально. В моей жизни это было, я написал. Я настал жить в этой песне. Я отвечание этот ритм. Пойдем с тобой. Тексты первостепенно, музыка делает краску определенную. Аранжировка – это 50% успеха вообще для песен. Может быть, песня вообще по-другому прозвучает. Ну и подача артиста. Если он прожил ее, люди поверили, потому что людей обмануть очень сложно. Вообще мы его так любим, обожаем, и песни его. Вообще это символ для женщин. Хороший человек и хорошие люди к нему идут на концерт. Да. Ну зачем мне говорить, со мной так сложно? Понимаю, понимаю, ты совсем устала. Вы знаете, для меня важно, что человек унесет с концерта. Людей, которые приходят пообщаться со мной, вот за эти два часа, в какой бы стране он ни жил, для меня гораздо важнее, что он получил с концерта. Если он уходит равнодушным, не дай бог. Вот это страшно. Я укажу все звезды для тебя, и устраивай. Меняются зрители, меняются слушатели, меняются артисты. Мы меняемся с вами. Но те, кто слушал и слушает тебя, они остаются и остаются твоими преданными поклонниками. Ночь замедляет свой последний разгляд. В доме моем горит одиноко свеча. Сейчас ты уйдешь навсегда, и погаснет она. Все! До встречи! Следите за новостями на портале городвитебск.бай.